Всем привет, я Артур Ешетов, и это топ-шоу Ньюс, все самое интересное в мире шоу-бизнеса. Роза Сибитова разочаровалась в мужчинах, именно поэтому она не горит желанием расписаться с новым избранником. По словам телеведущей, уж слишком дорого и обошлось расставание со вторым супругом. Об этом более подробно прямо сейчас. Известная сваха Роза Сибитова считает себя независимой и самодостаточной женщиной. Она смогла воспитать двух детей – дочь Ксению и сына Дениса. Ведущая «Давай поженимся» считает, что они получили хорошее образование и смогут хорошо устроиться в жизни. Сибитова растила их без отца. Я стала главной клана Сибитовых. Муж у меня погиб в 90-е. Я поднимала детей одна без помощи родственников. Поэтому приняла на себя обязанности, скажем так, своего рода. Я сделала свою фамилию знаменитой через свою профессию. Дети мною гордятся, значит, они меня уважают, прислушиваются к моему мнению. Рассказала Роза. Сибитова привыкла сама решать трудности. Она не стремится встречаться с избранником, отношения с которым станут достоянием общественности. Роза была замужем дважды, однако брак со вторым супругом Юрием Андреевым сильно покосил ее веру в мужчин. Они познакомились на программе «Давай поженимся», но прожили вместе лишь 3 года. Теперь телеведущая не стремится под венец. С бывшим мужем я этот штамп уже поставила, а потом столько денег вложила в развод. Все мои счета пришлось быстренько закрывать, откупаться от бывшего, чтобы не делить имущество, заявила Роза. О своем избраннике Ренате Сибитова старается не распространяться, так как боится, что он будет пиариться на ее имени. Телеведущая даже предупредила его ничего говорить о романе журналистам. В данный момент Сибитова подумывает о тихой росписи с Ренатом на Кипре, а также хочет приобрести там собственное жилье. Звезда придерживается правила «больше не делить имущество с мужьями». На этом у меня все. Ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал, а также жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И будь в курсе всего самого интересного в мире шоу-бизнеса. Пока!